Производство ВХС-версии Turbo Цой. Майами, 1985 год. У вас есть разрешение на ношение этого оружия? У нас завались этих разрешений. Какая запоминающаяся мелодия! Да пошел этот автомат! Сам пошел! Вызываем подкрепление. Пришлите нам кунг-фурора. Да. Это мой бицепс. One second, babe. Секундочку, дорогая. Hello. Алло. Игровой автомат! С ума сошел! Убивает всех, кому не попадя! What are you gonna do? И что ты собираешься делать? Выполнять свой служебный долг. I'm a cop. Я полицейский. Отлично, работаю. Началось все много лет назад. По долгу службы мы с напарником преследовали преступника, великого мастера кунг-фу. Ты арестован, пес. Протяни вперед руки. Молодец, дракон. Он мог нас убить обоих. Ты лучший напарник, что у меня был. Спасибо, я учился у лучших. Ты мне как отец. Одним смертельным ударом он развалил моего напарника пополам. И я сразу все понял. И одновременно меня укусила кобра, меня ударила молния. И в голове у меня замелькали древние храмы Шаолинь, монахи. И было пророчество, что появится великий мастер кунг-фу, избранный, и нарекут его кунг-фурор. И я почувствовал, как сила вливается в мое тело. Ты избранный. Knock, knock. Тук, тук, кто там? Knuckles. Стюлей себе привезли.
As a memento, I put on как сувенир, я взял обрывки одежды погибшего мастера кунг-фу и обвязал себе голову. И я стал лучшим полицейским в мире, и назвали меня Кунг-фурор. В фильме снимались Дэвид Сэндберг, другие. Я не хочу об этом слышать. Кунг-фурор на 50 миллионов долларов убытков городу Майами. Ты мне скажи. Я только что из мэрии. Мне там таких выписали. Я тебе сказал, все делать по уставу. Да кто мог остановить этот игровой автомат? Ты прекрасно знаешь, что никому это не под силу. Меня там драли в мэрии, как гомиков дерут с Виагрой. Ты веди себя по уставу, как мы все. Я тебе придаю нового напарника. Я работаю только один. Познакомься со своим новым напарником. Я очень надеюсь, что мы будем работать вместе. Здравствуй, ты мне как отец. Я буду работать один. Или будешь работать с этим полицейским, или я отстраняю тебя от расследования. Не отстраняешь, я ухожу. Да-да, я сдал кровь. Да, положительно. Никаких проблем. Дай-ка мне телефон. Это еще что такое? Chief McNichols speaking. Начальник полиции Макникол. Это полиция, да, это полиция. Да пошли вы все. Мне нужно, чтобы проследили этот звонок, но это невозможно. Нет, я с этим справлюсь. Хакерман. Хакерман. Самый лучший хакер всех времен и народов. Иди за мной. I was able to triangulate the cell phone. Я смог триангулировать его координаты. Его зовут Адольф Гитлер. Гитлер? Это худший преступник за всю историю человечества. Вы его знаете, в 40-е годы он был чемпионом по кунг-фу. Настолько был хорош, что изменил имя. Стал называться Кунг-фюрер. И он организовал своих солдатов-нацистов. Они экспериментировали. Кунг-фу ДНК. Они никак не могли изобрести такого, чтобы справиться с кунг-фурором. Как-то он исчез с поверхности Земли и объявился только сейчас. Они, я думаю, хотят уничтожить кунг-фурора, стать самими такими, как он. Так что ты будешь делать? Выполнять служебный долг. Вернусь обратно в прошлое, в нацистскую Германию, и убью его. А как ты это сделаешь? Мне нужно что-то вроде машины времени.
Wait a minute. Stop. Using an RX modulator, I might так, be able to connect X модулятор, я думаю, я смогу подсоединить этот компьютер к временному контуру. По-человечески, это что означает? Это будет машина времени, что-то вроде. И ты сможешь отправиться в прошлое. Тогда! Давай! Конвертер теории относительности. Что вы хотите хакернуть со временем? Да, нет, да. Хакерство со временем. Пересеченные годы, хакернутые годы. Ошибка. Слишком далеко хакернули. Только не это. Это лазер Раптор. Так они жили-то тысячи и тысячи лет назад. Who are you? Ты кто? My name. Барбарианна. Меня зовут Барбарианна. Она машина убийства. Год какой? Год викинга. Fuck. А ты, черт, куда же я попал? Слишком далеко во времени заехал. Тебе надо уходить из этой долины. Тут полно лазер-рапторов. Катана поможет тебе попасть в нацистскую Германию. Кто такая Катана? Я Катана. I can give you a ride to Asgard. Я тебя подброшу в Асгард. На чем это ты меня подбросишь? So, ну, who are you? Ты кто? I'm a cop. Полицейский из будущего. Меня отправили назад во время убить Гитлера. Но я залез вот сюда. Дальше по времени. Я знаю человека, который, вероятно, сможет тебе помочь. Тор! It is me, Thor. Снимай! Это я, Тор, сын Одина, защитник человечества. Посмотри, какие у меня грудные мышцы. С ума сойти.
правильно? So, anyway, ладно. Thor, this is Thor. Kung Fury. He's a cop это кунг-фурор, yeah. полицейский из будущего. Мне нужно попасть Hitler, в нацистскую Германию, убить Гитлера. Может, поможешь? Молчи! Hammer time. Настало время молота. Walk through this portal. Пройди сквозь этот портал и окажешься в нацистской Германии. Удачи тебе, кунг-фурор. Спасибо, Тор. Ну что ж, похоже, мне сюда. Полицейский из будущего, ты куда? You know what? Знаете, take my number. Возьмите мой номер and use this phone to call me. И воспользуйтесь этим телефоном, чтобы мне позвонить. Это сотовый телефон, 645 каналов, 10 номеров с быстрым набором. Система безопасности — это революция в области связи. Вы сможете позвонить мне по этому телефону. Нацистская Германия. У тебя усы говно. Избавься-ка ты от них. От них избавиться, смешно выглядишь. Мои-то усы — это не арийские усы. Арийские. У меня арийские. А ты похож на собаку. Собаку-шлюху. Странно, что ты так говоришь. У тебя усы, как будто ты в глазатую задницу провалился. У тебя над верхней губой клеем намазали. Это арийские усы. Мне ты стыдно за тебя, это арийские усы, мои усы, отличные усы. Может, поплачешь, расплачешься, это... Беги, поплачь к мамочке домой, плакса-вакса. Вот твои усы, извини, от твоих усов надо избавиться. Смешно выглядишь. А танк-то куда подевался? Танк, вашу мать! Я самый великий мастер кунг-фу моей эпохи! Спасибо! Спасибо! Я возьму у тебя руку. Убейте его. Yeah.
позвоночник. На нем твоя спина держится. Ни к чему это. Что это? Отлично, Гитлер. Show me your hands. Игра закончена. Руки вверх. Хакерман, have you seen Kung Fury? Хакерман, а ты не видел Кунг Фурора? Oh no. Только не это. Who the hell are you? Ты еще кто такой? My name is Cobra. Меня зовут Кобра. Я тебя ждал, Кунг-Фурор. Я твой тотем. Это что еще за местность? Это рай. Боюсь, ты труп. What? Что? But it looks so real. Но тут все так реально. Yeah. Ага. No, нет. It's totally real. Все, полностью реально. Я полицейский. Отправь меня обратно на землю, по-бырому. Извини, помочь не могу. Понимаешь, ты труп. Ты арестован, что? Ты препятствуешь отправлению правосудия. Что случилось-то? Я захакернул все твои раны. Спасибо.
Я хотел поприветствовать тебя и твоих друзей в Германии. We are not so different, you and I. Мы с тобой не отличаемся. We've both got cool style, мы оба с тобой классные ребята, одеваемся стильно. Здорово. We both like doing moves. Yeah. И здорово двигаемся. Yeah. На, посмотри. Глянь-ка. Любим убивать людей. Clearly do too. Я от этого в восторге. Ты, думаю, тоже. Правда здорово? Join me. Присоединяйся ко мне. We are so alike. Мы с тобой такое сделаем. Яйца тебе в рот. Что? Oh my. Ух ты! Самое главное, что его больше нет. Извини, я в тебе сомневался. Ты самый лучший напарник, что у меня был. Я ради тебя, кунг-фурор, вернулся во времени. Я люблю тебя. Самое главное – работать в коллективе. Совместно. Что теперь? Кунг-фурор? Well, I need to head back to the office. Мне нужно обратно в управление. Looks like it's gonna be a hell of a lot of paperwork. Мне еще столько бумажек составить и заполнить надо. За два дня до этого в будущем. Open the doors, Hoff. Открывай двери. Извини, не могу тебе позволить это сделать. Открой двери, Хофф. Я не могу позволить тебе этого сделать, кунг-фурор. Прости, а двери открой. А тебе никто никогда не говорил не связываться с Хоффом 9000. Ну ладно, хорошо. Кусок дерьма. Game over. Game over. Wait a minute. Семинуточку. I've seen that symbol before. Я уже видел этот значок. Somewhere. Где-то там. Hitler. Гитлер. Кунг-фурор. Перевел Леонид Володарский по заказу ВКонтакт сообщества E-Music Retro Wave при поддержке Максима X-Lab Куприянова. Action. If we wanna take
Please.